Вот, то есть. Я хочу песню включить. Так, где звонок? Где звонок? Я звоню, я звоню. О, здорово, друзья! Так, где там запросы? Не понимаю ничего. Эй, 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 эй. Где звонок? Звонок. Ну, где? А, я у Иры, блядь. Ира! Ничего не понимаю. Вышел. Вышел в прямой. Вышел прямой, вышел прямой. Давай, давай, давай. Пока музыку послушаем. Здравствуйте. Тебе не кажется, что как бы вишня? Что? Чего? Блин, все виснет, все виснет, все виснет, блин. Как так получилось, что... Привет, Москва. Так. Блин, почему такая связь плохая? Пойду выйду. Пойду выйду, выйду куда-нибудь. Выйду, выйду, выйду. Может, будет получше здесь. Ща, опа. На мамочек выйду. Ща, подожди. Шаманские бусы, господи. Из кораллов шаманские. Настоящие. И прям пам. А шляпа какая? Шляпа? Слизерин? Шляпа или... Какая? Господи, ты реально на ублюдка похож, посмотри на себя. Ты в зеркало смотрелся, когда надевал вот эту шляпу? Ты отвратителен, господи. О, нет. Слышишь, твой голос был не за меня. Целуй Рому, а не меня. Да, я... да, не, не. Угу, давай руку, давай поцелуй. Давай. Руку давай. Я уже поцеловал. Вторую. Видите? Подождите, вторую. Вторую, да. Давай. Давай. Целую. Не нравится, не нравится. Фу. Нет. Фу, волосатый, господи. Дай мне огня. Слушай, роль, короче, есть, Ира, есть роль в клипе. Нужна брюнетка.
харизматичная, желательно. Вот. Я, конечно, которая... девчонка, не харизматичная, но я могу. Если ты меня заставишь как бы поучаствовать в твоем видео, но не заставлю. Факт, не факт. А я могу заставить. Сколько грошей заплатишь? Гроши? Слушай, ты на белорусском заговорила, это прекрасно. Чего молчишь? Сколько грошей будет? Почему расскажешь на белорусском? Чего молчишь? Сколько грошей? Чего? Ну, а сколько надо? Вот сколько надо, то кидам. 200. 200, все, договорились. 200, все, не говори чего, просто 200. 200 ракушек тебе дам здесь, на острове. Короче, а ты знаешь песню «Три черепахи»? Знаешь такую песню? Нет, я не слушала. К счастью. Короче, нашли, прикинь, здесь в загоне три черепахи. Извините, извините, урод на той стороне экрана. Дорогие зрители, я не об этом сейчас. Мы просто сейчас вышли с ним пообщаться, поскольку если мы общаемся по видеосвязи в WhatsApp, видеосвязь виснет, поэтому мы вышли в прямой эфир обоюдно. Мы вышли сюда не с целью отвечать на ваши вопросы, а с целью пообщаться друг с другом. Поэтому простите, пожалуйста, вот так вот бывает. Тарок не классный, кстати. Он гнида маленькая. Он не голосует за своих друзей в «Человек года» в конкурсе. Так что это просто отвратительно. Ты меня бесишь. Я все исправлю. Ира, я все исправлю, реально. Ну, прям все. Каким образом? У меня есть шаманские бусы, смотри. Господи, ты эти шаманские бусы сегодня мне раз 500 показал. Смотри, как... А кукарача, а кукарача. Там просто кто-то хотел зайти в первого, пока нельзя. А что? Это что такое? Шаманский бус. Короче, давай песню споем и все. Гори, гори, искра, у нашего костра. Завтра пламя будет даже ярче, чем вчера. О, давай мою, сорок. Какую твою? Я была в отношениях, там мне было очень плохо. Каждый день присылали, спать не давали, рот закрывали, кстати, ревновали, себя больше любили. Ты мне дарили, меня обвиняли, претензии предъявляли, много хотели, мало давали и... Давали? Сияли. И вместе я поняла одно. Ты отстаешь. Мне нужен мужчина. Брутальный мужчина. Не мужчина, а не сахарок. Сахарок. И не замените. Ты отстаешь. Вы люди. Люди, простите. Простите меня за грехи. Но где же тот мачо? Тот мачо. Ты плачу. А, в отеле мы мачо, на янтальце выскачет. Зачем это мне, господи, нет? Ты видел себя со стороны? Голова больше туловища в этой шапке. Человек-грибок просто стопы. Пожалуйста, возьми. Ты отвратительный. О, я знаю, я... Короче, я понял, кто я. Кто подарил тебе эту шляпу, пожалуйста? Подойди к нему и скажи, чтобы он тебе не делал больше никаких подарков. Это шляпа, как у Незнайки на Луне, помнишь? Нет, это как у грибка. Ты просто реально грибок стопы. Волосатый грибок стопы. Я гриб. Ты гриб. Тут не поспоришь. Просто гриб. Что? Ой, смотрю на тебя и блевать аж хочется. Вот так. Только вот есть класс. Хорошее чувство. Просто гриб. Человек-грибок, да. Так. Ой, Ирка. Как тебе там у себя? А, что? Ты что такие, там? А? Ой. Что ты смеешься? Господи. Помнишь весело? Этот бар, помнишь? Какой? Тот бар «Две лесбухи»? Три лесбухи.
Это... А, две, да. Со мной, по-моему, две лесбуки живут сейчас. Юна и Лера. Мне кажется, они... Ира, ты лучше, тебе говорят, видишь? Спасибо большое. А Сорока отвратителен. Я отвратителен. Чтобы я передал привет? А меня кто-то знает еще? Ну да, ты вообще... Я... Да, привет всем. Вот, я сделал все, что просили. Там... Это кто? Все. От Марии. От Марии. От Марии привет. Это кто там говорит? Это кто там говорит? Димас, привет ему передай. Привет, Ирка. Привет. Но он ждет Гендальцеву. А что он сказал, что он на острове? Он ждет Гендальцеву. А он же не